Задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода наших сил дальше, на юг. Когда наступали на населенный пункт Камышлаху, шли в составе БТГРа, на своих танках заходили вперед. Задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода наших сил дальше, на юг. Когда наступали на населенный пункт Камышлаху, шли в составе БТГРа, на своих танках заходили вперед. Когда там населенный пункт брали, они убегали, кричали, что нужна помощь, нужен фосфор, чтобы нас выжить, потому что они ничего не могут уже сделать. Просто увидели танки противника. При нашем виде просто танки подняли пушки вверх, и стрельбы никакой не было. Танки новые были. Минимум пробега, они, видимо, с хранения сняты. БК полные, ребята. Все рады были, что не пришлось вести огонь, а просто люди сдаются, потому что видят нас, видят наши танки, видят нашу технику. И воевать с нами уже не хотят.